Шалом, дорогие друзья! В нашей недельной главе Мишпатим, которая переводится как «Законы», написана такая фраза: «Ну и нищему не потворствуй в его тяжбе». Перек 23, 3 пасук. На эту тему я хочу рассказать вам интересную историю, которая показывает мудрость еврейского суда. У одного человека был большой курятник. Среди всех кур выделялась одна – большая и красивая. Подобной не было во всем городе. Хозяин очень гордился ею, хранил как зеницу ока, кормил отборными зернами и хвалился ею. На ночь он запирал курятник, а ключ прятал в тайнике. Однажды утром он пришел открыть курятник и вдруг видит, какое горе! Дверь открыта настежь, его прекрасной курицы след простыл. Хозяин разразился громкими воплями. Тут же собрались соседи. Некоторые стали ухмыляться. Слушай, из-за какой-то курицы поднимает такие вопли. Другие старались успокоить его. Послушай, успокойся. Криками тут дело не поможешь. Постарайся подумать логически, кто мог ее украсть. Хозяин вспомнил, что сосед не раз следил за ним и вполне мог видеть, куда он кладет ключ от курятника. Точно, он вор! Сосед обиделся. Не было такого, ты все выдумал! Хозяин вызвал соседа на суд Торы. Пришли они к великому раву Ицхаку Ихье Алеви. Увидел рав, что сосед одет в лохмотья, и по лицу его видно, что давно не ел досыта. Послушал он слова соседа, вслушался в интонацию и понял, что бедность свела его с ума и заставила нарушить запрет Творца. Он не выдержал искушения и украл. Что же делать? С одной стороны написано: «Но и нищему не потворствуй в его тяжбе». С другой стороны, как же можно опозорить человека и запятнать его имя из-за одной ошибки? Обратился рав к истцу и спросил: «Ты видел своими глазами, что он украл?» «Нет», признался тот. Сказал рав: «Если так, как ты осмелился обвинить его при всем честном народе? Нельзя так делать. Я скажу тебе, что произошло. Вчера ты забыл закрыть курятник. Твоя курица вышла, и сосед нашел ее. Он хотел было вернуть ее тебе, но ты как начал кричать: кража, кража! Теперь он не решается вернуть ее тебе, потому что ты будешь подозревать его в краже». Сосед просиял и воскликнул: «Верно, рав! Точно так все и было!» И мир снова воцарился между соседями. Так что, дорогие друзья, даже когда вы знаете правду, знаете истину, найдите, как ее преподать так, чтобы увеличить добро в этом мире. Будьте счастливы!